Ну что, парни, какая высокая палатка, не так ли? Это палатка Frontier XD. Классная палатка, и я от нее без ума. Повидал на своем веку уже их немало, но это просто шедевр. Причина, почему я пользуюсь именно моделью XD, очень простая. Я постоянно езжу с водоема на водоем по всему миру, поэтому такая большая палатка дает мне много свободного пространства. И такая палатка свободно встает почти что в любой сектор, в которых мне приходилось ловить рыбу. И она давала мне хорошее рабочее пространство. Дизайн палаток Frontier заслуживает отдельного внимания. Вы можете поставить вашу раскладушку вглубь палатки вплотную к стене, потому что она, то есть задняя стенка, полностью вертикальная. Поскольку я пользуюсь раскладушкой Flatliner, которая имеет дополнительную высоту ножек, я легко могу хранить сумки Aquas из материала EVA под раскладушкой. Под ней также можно хранить и другие сумки, что полностью освобождает переднюю часть палатки. Иногда я даже не пристегиваю переднюю москитную панель и пользуюсь палаткой в качестве большого вместительного шелтера. Разумеется, на современном рынке можно встретить большое количество хороших палаток. Так как же обойти конкурентов в такой ситуации? Именно это и удалось компании Fox при разработке модели Frontier. Основным преимуществом этой палатки, на мой взгляд, является быстрота установки и разборки. Это стало возможным благодаря вот таким боковым дугам, стыки которых идеально соединяются друг с другом. Это ускоряет процесс сборки. Вам может показаться, что экономия от 30 секунд до минуты при установке палатки не является чем-то существенным. Однако я имею другое мнение. Согласитесь, никому не нужна лишняя морока, особенно когда очень жарко или идет дождь. Нам всем хочется легкости, и вряд ли кто-то захочет в очередной раз мучиться с дугами, которые никак не стыкуются друг с другом. Дизайн палаток Frontier совершенный в этом плане. Еще одна деталь, на которой мне бы хотелось сделать акцент, это гидростатическое давление палатки. Только вдумайтесь, гидростатическое давление составляет впечатляющие 20 тысяч миллиметров. Что это значит на простом языке? А это значит лишь одно. Вам не удастся найти палатку с лучшей водонепроницаемостью. И это подводит меня к следующей потрясающей ее особенности, к окнам. Окна этой палатки имеют очень продуманный оригинальный дизайн. Вы легко сможете расстегнуть их при помощи замка на молнии и закатать для того, чтобы улучшить вентиляцию. Вы также можете слегка оттянуть окна и зафиксировать их колышками. Благодаря такой особенности вы все равно сохраните вентиляцию внутри палатки, даже когда начнется дождь. При этом вода не будет заливать сами окна. Это очень удобно. А вот еще одна из моих любимых особенностей палатки Frontier. Я про маленькие кармашки внутри палатки, всего их 4. Когда вы используете карманы, самое главное, не забывайте свои ключи от машины, когда складываете палатку. Такой курьез случался со мной уже несколько раз. В принципе, вы можете хранить здесь все, что угодно. Одним словом, это очень приятный маленький бонус и, на мой взгляд, это очень продуманная особенность дизайна палаток Frontier. При покупке Frontier вы уже получаете большое количество полезных компонентов, однако вы также можете приобрести множество потрясающих допов. Например, можно обзавестись внутренним коконом или дополнительным козырьком поверх палатки. Эта палатка идеально подходит как для коротких, так и длительных рыбалок. А теперь внимание! Рыболов небольшого роста, такой как я, может стоять свободно внутри палатки почти в полный рост. Ну классно же! Спрашивайте палатки Fox у официального представителя в России компании CarpTime. Время ловить карпа.